Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макеев в штаб-квартире ООН обсудил с министром иностранных дел Сирии Валидом Аль-Муалимом урегулирование конфликта в стране. Сирийский министр подробно проинформировал белорусского коллегу о положении дел в Сирии. Глава белорусского МИДа высказал слова поддержки усилиям, направленным на мирное разрешение конфликта в интересах сирийского народа. Валид Аль-Муалим выразил благодарность белорусской стороне за предоставление гуманитарной помощи Сирии. Между тем, в районе Алеппо продолжается наступление сирийской армии. Ей противостоят исламисты, в основном это боевики Джабхат ан-Нусры. Пытаясь вырваться из окружения правительственных войск, радикалы атаковали сразу 7 районов. Удары наносились хаотично, пострадали мирные жители. По заявлению детского фонда ООН ЮНИСЕФ, в результате интенсивных боев в Алеппо более 2 миллионов человек остались без воды.